Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о породах собак, которые идеально подойдут начинающим собаководам. Собака – лучший друг человека. Этот питомец будет предан вам. Он всегда будет ждать вас дома после работы, невероятно обрадуется, когда вы захотите провести с ним время. Неудивительно, что собаки являются одними из самых популярных животных для домашнего содержания. Но что делать, если вы впервые заводите лающего друга? Какие из сотен пород не сложны в содержании и дрессировке? Итак, представляем вам 6 пород собак, которые идеально подойдут начинающим собаководам. Жизнерадостные вельшкорги любят проводить время рядом с хозяином. Эти животные – настоящая находка для начинающих собаководов. Представители породы умны, послушны и легко обучаемы. Они хорошо уживаются с другими домашними животными и отлично ладят с детьми. Шелти или шотландская овчарка – очень умная, преданная порода собак. Эти животные хорошо чувствуют настроение своего хозяина и умеют подстраиваться под него. Уход за представителями породы несложен. Особое внимание необходимо уделять длительным прогулкам с питомцем, в идеале, чтобы они составляли минимум 2-3 часа в день. Также важно не забывать об уходовых процедурах за шерстью питомца. Французские бульдоги – сообразительные, игривые и совсем неприхотливые собаки. Эти животные не нуждаются в серьезных физических нагрузках или сложном уходе за шерстью. Они точно не оставят равнодушным ни одного начинающего собаковода. Правда, необходимо будет уделить особое внимание раннему воспитанию и социализации питомца. Без них во взрослом возрасте французские бульдоги могут стать упрямыми и непослушными. Йоркширские терьеры – отличные собаки-компаньоны, которые подойдут самым разным типам владельцев. Они послушны, неприхотливы и легко обучаемы. Эти животные великолепно умеют подстраиваться под ритм жизни своего хозяина. Единственная сложность, которой нужно быть готовым при содержании представителей породы – это множество уходовых процедур за шерстью питомца. Ласковые, добрые лабрадоры, ретриверы умеют находить общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Эти собаки обладают спокойным, дружелюбным характером и высоким интеллектом. Они легко обучаемы, их дрессировка будет под силу даже новичкам. Лабрадоры, ретриверы обожают длительные прогулки и активные игры с хозяином на свежем воздухе. Обаятельные мопсы знамениты своим спокойным характером и сообразительностью. Эти собаки не нуждаются в серьезных физических нагрузках. Представители породы любят проводить время со своим хозяином, но при этом отличаются самостоятельностью. Если владелец занят, они всегда найдут чем себя занять. Если вы начинающий собаковод и раньше никогда не ухаживали за лающим питомцем, обратите свое внимание на перечисленные нами породы. Однако помните, что несмотря на легкость их содержания, они, как и любые другие лающие, требуют регулярного внимания со стороны владельца. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!